Как человек, бывший в прошлом священником, работавший в методистской церкви, имеющий магистерскую степень богословия, я знаю библейский иврит и древнегреческий, и переводила многие книги Библии. Слово «гомосексуализм» не существует в исходном тексте. Нету. В 1940-х слово «гомосексуализм» было придумано библеистами, переводившими Библию РСВ, чтобы распространить гомофобию. Так что в Писании его нет, и Иисус никогда не говорил о нем. И прежде чем кто-то скажет, но в Левит говорится о мужчине, который не должен ложиться с мужчиной, во-первых, это написала американская компания. Этих слов тоже нет в оригинале. Потому что если вы посмотрите в Библии Мартина Лютера, то немецкое слово, которое там используется, это «кнабн», что означает «мальчик», то есть речь идет о педофилии. Поэтому успокойтесь. Каждое сказанное вами слово ошибочно. ЛГБТ-активисты Эд Оксфорд и Кэти Балдок придумали миф о том, что слово «гомосексуалист» было использовано в английском переводе Библии в 1946 году в результате некого антигомосексуального заговора. Но Бог всегда осуждал секс мужчины с мужчиной. До того, как слово «гомосексуалист» было придумано, использовалось слово «садомит», которое можно найти в старых переводах. Она говорит, что стих в Левит осуждает педофилию в немецком переводе, что является еще одним мифом Эда Оксфорда. Не имеет значения, что написано в любом из немецких переводов. Библия переводится с ранних манускриптов на иврите и греческом, что она признала в начале своего видео. Самодовольные женщины на ТикТок не изменят 2000-летнюю библейскую историю. В 93-м псалме написано, «Они изрыгают дерзкие речи, величаются вседелающие беззаконие. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим».